Yes. Yap di da ti ta ta she di ta ta i a ta ta te ti te te ta ta ta. Shalom abbas te 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 te. Перепон, перепон, перепон. Всем привет! Меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. Девочки, решила себе сделать такой блиц-отчет за январь. Больше даже для себя, чтобы мне посмотреть, на каких моментах я торможу, на каких моментах я двигаюсь быстренько. И вообще, прошлый год у меня был не очень такой продуктивный в плане вышивки, поэтому в этом году я решила немножечко поднажать. Поднажать в каком плане? Я хочу просто свои все начатыши завершить, поэтому январь у меня был без стартов, без всяких новинок, а я продвигала именно свои начатыши. И я постараюсь именно делать это видео блиц, быстрым очень, не более 5 минут, чтобы у меня это заняло времени. Тем более, все вы эти процессы уже видели. Наверное, уже кто-то посмотрел и другие видео, которые выходили в январе. Поэтому я только буду показывать, на каких моментах я остановилась, и как потом мы будем следить, как потом мои процессы будут продвигаться. Итак, первым процессом у меня была лягушка. Как вы видите, моя жаба подросла просто великолепно. Как я говорю, это жаба-монстр с такими вафлями, даже не назвать их губами, но это вообще жесть. Но это же инопланетная жаба, поэтому она может быть таким монстром. Но все равно вы видите, что я ее продвинула очень хорошо. Я перевышила вот здесь косяки, которые были не косяки, а кривые крестики. Переставила пяльцы и пошла вниз. Здесь уже практически граница именно самой лягушки, да, но еще немножко будет вышиваться синим фоном. Итак, мы останавливаемся вот на таком этапе, вернее, я останавливаюсь на таком этапе в январе. Посмотрим, что я успею сделать в феврале. Следующим процессом, который я двигала в январе, это мои ромашки и васильки. Смотрим. Итак, я вышила весь фон. Здесь закончила все до верха. Это уже половина, экватор. Переставила пяльца и стала вышивать вот эти цветочки. Хотела начать снизу, но как-то так поставила пяльца и вам не показала, на каком этапе я здесь снизу остановилась. Поэтому ниточка заправленная так и лежит. В феврале я начну именно, наверное, снизу. А может быть и буду здесь, не буду пока переставлять ничего. Буду заполнять вот эти пустоты. Итак, вот я считаю, что я тоже хорошо продвинула свои ромашки с васильками. И фиксируем, на каком этапе я остановилась в январе. И последний сюжет, который я двигала в январе, это были мои розы. Я на вот этой розочке закончила все пустоты. Ужас, сколько их было. Одних клеточек, там одна клеточка, там одна клеточка. Ну, крестик, да, вы меня понимаете. И пошла вышивать вот эти штакетник. Пошла вышивать штакетник. Давайте посмотрим. Вуаля. Вы видите, что я уже начала розочку. Сейчас я вышиваю все подряд. Стараюсь не пропускать одиночные крестики. Хотя вот вы видите, здесь есть одиночки, здесь есть одиночки, здесь есть. Но я их заполню. Я теперь стала постепенно, сразу вернее, вышивать. Вот эту розочку я начала. Вы видите, что вот здесь вот эти вот уже появились веточки. И мне немножко не хватило пяльцев переставить, чтобы вышивать вот здесь заборчик. Поэтому мне опять придется переставлять чуть-чуть пяльцы. И буду продолжать вышивать по низу. Хочу закончить вот этот низ и пойти вот так наверх. Да? То есть буду стараться подниматься наверх. Так, девушки, фиксируем, на каком этапе я остановилась. Запоминаем. Итак, январь я провела с розами, с васильками и с моей жабой.
Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы смотрите. И всем пока-пока!